Столовая на берегу Черного моря, на пляже, 8 утра. Смотрим, что нам готовит это заведение. Вот есть завтрак. Видите, цены достаточно демократические. Есть первое блюдо. Здесь цены 150-100 рублей. Курица индейка есть. Котлеты по цене 140 рублей. Есть холодные закуски, вот по таким ценам. Есть мясо, говядина, свинина. За порцию 200-180 рублей. Такие цены. Есть выпечка. Вот так выглядит сам зал. Пока еще народу нету. Первые начали подходить к раздаче. И сейчас будем выбирать.